Представьте, что за каждый урон вы будете получать суперресурсы. Именно поэтому сегодня вы увидите, как я развился до самой лучшей брони с помощью этого запрещенного плагина. Но если мы наберем 5000 лайков, то я его солю в свой телеграм-канал. И подпишись на канал, нам до миллиона еще чуть-чуть осталось. И снимал ролик на сервере Aris Mine. Скорее присоединяйтесь. А мы начинаем. Я нашел одного лесоруба, и давай мы его с тобой просто вот так вот ударим. А, у него одно хп. Ну-ка, ударь меня, давай, ударь, пожалуйста, ну не томи, просто нанеси мне урон. Nope. Ты что, издеваешься? Давай, бей меня! Ну какой-то слишком дружелюбный. Берем топор, раз, два, и забираем железный топор. Опа, ты посмотри, железник! Давай попробуем сейчас нанести ему хотя бы немного урона, хотя вот есть... Меня наконец-то ударили! И видишь, у меня в инвентаре появились донат-предметы. Ну теперь у нас есть большие проблемы. Сзади нас бежит железник, наносим ему тычку, нам дали какую-то хорошую зельку, нужно отбежать и срочно ее выпить. Вроде отошли на хорошее расстояние, выпиваем отвар Одиссея. Давай, о, все, отлично. И теперь просто бьем его. Раз, тычка, отлично. Вторая и коронная, похоронная. Все, мы его убили. Он, видимо, хотел написать нам завещание, либо что, я не знаю. Но мы с вами снаряжаемся в железную броню и только взгляни теперь на мой инвентарь. Давай попробуем к ним вернуться и выбить с них как можно больше супер предметов. Ну, либо же донат предметов. Ага, один скрылся у себя в домике. И еще... То, что нужно. Где мой топор? Вот он топорик, отлично. Побежали. Ушел. Зато бежит какой-то чел с топором. Давай, ударь меня. Давай. Бей. Молодец. Яблоко Диметра мне выдал, и мы убили этого игрока. Хотя посмотри, сколько их тут. Офигеть не встать. Так, и нам все-таки нужно повыбивать ресов. Раз, тычка, вторая. Отлично. Убиваем еще вот этого игрока. И да сколько у вас здесь? Я не понимаю, чего у вас так много. Бьем мы этого, убиваем. Хорошо. И последний игрок, который у нас остался, мы его с вами убиваем. О, записка. А что тут? Ой. Нет, это замазать надо. И давай я тебе покажу, что мы выбили. Мы выбили, значит, стрелу заморозки. После попадания в игрока обездвиживает его в течение 3,5 секунд. И яблоко Диметры. При использовании дает все эффекты зачарованного золотого яблока и скорости 3, силы 2 на 30 секунд. И еще один отвар Одиссея. Только взгляни на него. Смотри, там у нас стоит какой-то Алекс Фермер. И давай-ка мы сейчас к нему подойдем. Нам нужно просто выбить донат ресов. Плывем. И здорово. Ну-ка. Да у тебя опять одно хп. Да что такое? Ты тот чел, что ли? Ну, давай. Ударь меня, мне просто нужны супер предметы. Я хочу уже найти какого-нибудь алмазника и попробовать его убить. Но что-то какие-то пассивные игроки, смотри, они меня вообще не бьют. Мне для фермы коров нужно. Ну ладно, раз нужно, то я тебе сейчас помогу. Вот так вот застроим его, пускай тут пока посидит. И наверное вы сейчас думаете, ну а почему бы тебе просто, к примеру, там не удариться. Ну давай тогда проверим, смотри, мы с тобой забираемся на небольшую высоту, прыгаем и ничего не получаем, хотя нанесли урон. Мне нужно, чтобы меня били игроки. Фу, то что нужно. Целая алмазная броня и дофига ресурсов. Она находится в 130 метрах от меня. А, теперь оно поблизости вас не находится. Понял, спасибо. Во, то, что доктор прописал. Целый алмазник. Нужно его теперь забайтить, чтобы он к нам вышел. Давай начнем делать вид то, что мы теперь строим здесь свой собственный домик. Почему бы и нет? О, смотри, реакция появилась. Подошли поближе. Но мы будем продолжать делать вид то, что мы дальше строим здесь свой домик. О, отлично, побежал, супер. Так, мы берем стрелу, стреляем. Заморозили, хорошо. Нужно с этим еще разобраться. У него-то меч хороший. Коцаем. И сейчас вдруг выйдет из фриза. Блин, вот это фигово. Ой-ой-ой, кушаем яблоко Диметрия. Сейчас получим много хороших эффектов. И теперь можно пробовать их убивать. Давай с алмазником сначала разберемся. Хорошо, много урона наносим. Нужно его заморозить. Давай. Мимо. Ничего страшного. Ё-моё, он теперь от нас будет убегать, да? Самое главное, чтобы он не убежал. Пожалуйста, я так сильно хочу выбить себе эти алмазные ресурсы. Нет, он под водой теперь. Попытается уплыть от нас. Но у нас вроде как и скорость, и сила, все есть. И главное его как-то сейчас заморозить нашей стрелой. А на суше-то я гораздо быстрее, чем он. Поэтому зря он сюда вышел, но мы почти его догнали еще чуть-чуть, и есть удар, хорошо. А че я его из лука-то бью? На, лови стрелу. Все, мы его с вами заморозили. Плюс алмазочка. Хорошо. И его друг еще бежит. Давай, мы тебя тоже убьем. Растычка. Все, минус 2 игрока и плюс алмазные ресурсы. И давай мы с тобой сразу переоденемся в гораздо лучшую броню, чем она у нас сейчас имеется. И у нас есть теперь еще топор Олимпа. Где есть острота, эффективность, прочность, добыча и заговор огня. Вместо меча будет супер. Отвар Посейдон также мы выбили. И еще тотем. А, еще отвар Посейдон. На чем мы еще? Морковку хорошую выбили. И еще стрела телепортации. Короче, с этих игроков мы получили очень много ценных ресурсов. Но давай попробуем к ним вернуться. Ну а большую часть ресурсов я сложил к себе в эндер сундук. Да, смотри, еще в одной алмазке. Так, мы их сейчас напугаем. Смотри, берем стрелу телепортации. Просто делаем вид, что стреляем. Но на самом деле мы прямо-таки перед ним появляемся. Хорошо. А, этот сразу телепортировался. Да. И сложил все свои ресы. Ну что ты будешь делать? Ну, ничего страшного. Мы с них уже выбили много ресов, поэтому погнали к другим игрокам. Еще, кстати, мы выбили топор
молнии и перемешивающуюся стрелу. Шансом 50% меняет местами первый и последний предмет в ходбаре противника и снимает элитры. Стрела сама наводит и летит к ближайшему игроку, но мы пока что это все дело сложим к нам в сундук. Опа, еще один алмазник, здорово, а что мы тут делаем? Ну-ка, тычечку ему нужно срочно прописать, прописываем. Я пока что убрал специально топорик, ой, топорик, точнее тотем, чтобы сильно не палиться, и игроки захотели меня убить. Ну тут еще есть какой-то железник, давай его тоже убьем, почему бы и нет, что он тут стоит? Растычка, хорошо, вторая и последняя коронная, нет, не коронная. А, ты этот, я понял себя, понял, ну ладно, мы его убили. Для тех, кто не понял, это у нас был читер, и мы получили элитры защитника. И дофига просто вещей Танатоса, да ну нафиг, чего вообще? Видимо, а, нет, он здесь, это алмазник, здорово. Ну, в таких резах он точно к нам не выйдет, хотя что-то выпивает. Давай пока что мы их просто будем держать у нас в инвентаре, для того, чтобы он вышел и с нами подрался. Можно, конечно, попробовать сделать один лайфхак. Давай выпьем с тобой отвар Посейдона, то есть это супер крутая зелька. Выпиваем ее и отлично, выпили. Берем на всякий случай зелье силы и смотри, подходим сейчас к двери. Ну, там ловушка, да? Ну да, там ловушка 100%, я уверен. Кидаем стрелу. Не та стрела, какого фига? Нам нужна стрела телепортации. Подходим, стреляем и проходим. Отлично, получилось, мы с вами прошли к нему в домик. А он от нас теперь убегает, да? Ну ладно, мы стреляем еще одной такой. О-оу. Да ну нафиг, мы с вами тут остались. Блин. У меня, к сожалению, не получилось попасть ровно вот сюда, чтобы выйти. Но ничего страшного, мы у него здесь точку дома поставим, попозже вернемся. A few moments later. Мне что-то подсказывает то, что он уже вернулся к себе в домик. Поэтому давай мы прописываем команду /home.com и... И... Здорово, серьезно пришел, да ну нафиг. Чего? Супер, мы его сейчас тут с вами попробуем таким образом убить. Не-не, куда-куда уходишь? Нет, стой, я не понимаю, мы его убили. Чего нафиг? Хорошо, мы с тобой получили еще набор Пандара, да ну нафиг. Офигеть, не встать так. Ой-ой, он нас бьет теперь. Давай убью. А, это вообще другой чел какой-то. Чего? Стой, там еще какой-то чел появился. Да ну нафиг, чего вас тут так много? А ну-ка, иди-ка сюда. А какая у меня сейчас стрела будет, ну-ка? Ну, по-моему, взрывающаяся. А, это твой сосед? Серьезно? Ну мы к тебе тоже вернемся, не переживай, чуть-чуть попозже. И еще кто тут живет? Ого. А, это этот чел. Ладно, давай мы с тобой переоденемся и возьмем уже набор Пандара. Ты что на меня напал-то? Я сейчас тебя убью быстренько. Растычка. И вторая, все. И теперь нам нужно отсюда срочно уйти. Для этого надеваем наши элитры и просто вот таким вот образом улетаем от них. И ты посмотри, нам выпал еще лук хаоса, где есть сила 5 уровня, прочность, откидывание, горячая стрела и бесконечность. Это самый топовый лук. Картина называется маслом. Взгляни. Игроки пытаются достать железника, который, по всей видимости, им где-то насолил. И они решили сами с собой подраться. Понял. Они теперь выбрали меня как свою жертву. На железника ему уже пофиг, он там построил свой домик, ему хорошо. Теперь они хотят попробовать убить меня. Ну давайте попробуйте убить меня. С них мы получили око обмана. Так, ты мне уже не нужен, мне нужен другой игрок. И еще мы получили отвар Одиссея, стрела и сушение. Хорошо, слушайте, не, нормально так получили рез. Опа, я нашел алмазника. Жалко, он только успел закрыться. Хотя смотри, видимо, он вышел на улицу. Чё, подожди, расточка, хорошо, вторая. У меня надеты сейчас на мне элитры, и он меня может жестко убить. Но пока что вроде нормально справляемся. Вторая тычка. Давай мне все свои ресы. Да что ты будешь делать? Не-не-не. Стой, не закрывай дверь, пожалуйста. Не закрывай. Сервак еще чуть-чуть подлагивает. Все, мы забрали его ресурсы. Да ну нафиг. И давай посмотрим, что мы из него выбили. А, это просто набор гидры, и мы выбили еще дофига зелек. Не, нормально. Конечно, это еще не топовая броня, которая нам может за сегодня выпасть, но тем не менее, плюс алмазка. Она у нас будет запасной броней, если нас убьют. О, я вижу еще одного алмазника. Отлично. Спустились. А, это не алмазник. Блин. Меня просто телепортировало вновь на эту же территорию. Я подумал, то, что там находится алмазник, а это какой-то заряженный крипер. Не, ну, кстати, он очень похож на алмазника издалека. Прям вообще алмазный крипер, посмотри на него. Но трогать мы их с вами не будем, ведь я уже максимально жесткий. Вижу на радаре алмазника. Надеюсь, что он меня не видит, хотя уже заметил. Ну, ничего страшного, мы нанесли ему урончик, хорошо. Нужно принести второй удар, но он даже не сопротивляется, ребят. Просто посмотрите, можем его спокойно... Опа, а ты еще кто такой? Не-не, ты нам не мешай. Нет, стой, не складывай. Все, спасибо. И мы получили, ну блин, это тоже обычная алмазка, где чар алмазка какая-нибудь. Еще мы выбили новые элитры, еще топор Олимпа, это тоже донат предметы, можно сказать, супер ресурсы, и я в целом доволен. А что если мы сейчас телепортируемся на тот дом, где мы с вами когда-то были, то есть Home-Ke, телепортируемся и... Да ты что, куда ты переезжать-то собрался? Стой, подожди, не переезжай, да я... Чего? Нет, я к нему пройти так не смогу. Отдай ресы. Скидывай. Просто вниз. Я не понимаю, что это за прикол такой. Оп, мы его с вами убили. Просто жесть. Посмотри, сколько у него тут ресов было. Офигеть, не встать. И куда мне все теперь девать-то? Чего? Меня тут через стенку ударили? Это как?
Что? Ты как через стенку бьешь? Окей, ладно, у этого чувака на самом деле тут судьба, видимо, не из легких была, поэтому давай-ка мы с тобой затимимся. Ты меня выпустишь, я убью этого чувака. Договорились? Выпусти меня. Открой дверь, открой. Я пойду его убью. Открой мне дверь, давай. О, то, что нужно, давай. Сейчас я только нагрудник переодену, а то он жестко коцает. И выпью новый баф. Давай, открывай мне дверь, я хочу выйти с ним поговорить, открой. Ну давай, сломай мне этот блок, давай, ломай. Я не могу здесь пройти, не могу, открой. Давай, ну, сломай мне блок. Да ты... Тяжело. О, наконец-то он мне его сломал. Все, забирай, на, бери. Да вот тут твои ресы валяются, забирай, на. Короче, у этого чувака была нелегкая судьба, давайте с этим согласимся, ведь тут, видимо, бегал читак. И поэтому я даже его ресы забирать не буду и верну ему это все. И, кстати, нам выпал шлем Танатоса. Это нереально жесткий шлем. И давай мы ему скинем оставшиеся ресы. И чтобы вы понимали, буквально за пару минут мы с вами развились почти до незеритовой брони. И не просто незер, а именно из незер Танатоса. Это супер донат предметы. Я, кстати, нашел своих давних соседей. Ну что же, давай приступим к строительству нашего нового дома. Надеюсь, что они к нам выйдут. Ну, я думаю, вы помните, что мы тут пытались построить свой собственный домик. Ладно, им на самом деле максимально пофиг на то, что у них тут домик построился новый. Фу, вот этот инвентарь мне уже очень сильно нравится. И нам до него бежать 95 блоков, как пишет. Вот он. А как мне достать? Я не достал, я ему КТ не дал. Плохо дело. А что, а куда стрела полетела? Стрела вообще на своей волне. Подожди, это же он, да? Надеюсь, что это да. Он. Ну да, вот, это его никнейм, у него, походу, все эти ресы. Да, это он! Серьезно, он просто прятал эти ресурсы, да ну нафиг! А, и вот его домик, я понял. А, стоп, подожди. А это не ты ли тот самый? Стоп. Ты издеваться? Блин, это тот чел, который переехал. Ладно, давай вернем ему все, я не хочу забирать его ресы. Да, забирать твое. Здравствуйте, мистер Алмазник, а можно я заберу ваши ресурсы? Надеюсь, то, что да. Ну-кась. Опа, он там что-то кинул, яблоко кушает. Надеюсь, то, что вам это не поможет, и я заберу все ваши ресурсы. Нет, давайте только не в домик. Отлично, мы зашли к нему домой. Хорошо, и нужно его как-то убить. Такое ощущение, как будто сервак сейчас немного пингует, и поэтому у меня большую часть ударов не проходит по нему. Куда? А что там? Там ловушка. Что делать будем? Я не знаю, ребят. Ну, как будто плохо туда спускаться, да? Ну, мы с вами рискнем. Мы с вами рисковые, поэтому давай попробуем. Мы спустимся. А можно лететь? Фух, я чуть не умер. А, ну тут, кстати, свободная территория. То есть мы с вами можем отсюда выйти. Хорошо, и вот тут застроиться. Супер! И мы с него получили, блин, обычная алмазка тоже. Да что такое? Но тем не менее, мы ее с вами уносим к себе домой. Будет как запасная броня. И только взгляни на наши сундуки. Они просто все забиты. Ну ладно, может быть, не все, но большую часть забита. Меня телепортировало возле алмазника. Теперь главное, чтобы он не убежал. Он куда-то летит к себе. В ловушку, да? Угу. Ну а что, мы с вами можем в целом здесь немножечко посидеть. Да, это занятая территория, но давай рискнем, попробуем. О, вот это чел, и причем он находится там сверху. А как мне к тебе прийти-то? 108 блоков, офигеть. Так он фуловый алмазник же. А как мне теперь вылезти из этой ловушки? Я никак отсюда, ребят, не вылезу. Хотя, ну блин, это она притягивает игрока, точно меня не притянет. Ну попробовать можно. Давай попробуем сами себя притянуть. А как мне самого себя притянуть? О, поймал, отлично. Ну это будет вообще анрил какой-то. Не, ребят, мне кажется, невозможно. Эх, придется покинуть эту территорию и не сразиться с этим назаритчиком. Хотя, может быть, мы его с вами еще и найдем. Мой никнейм это либо Фанзи, либо Фриз, написал какой-то игрок, и на самом-то деле мне это наоборот нужно. Я хочу найти как можно больше топеров, и это мне облегчит немножечко мою задачу. Ух ты, здравствуйте, ты посмотри, сразу. А это как, можно сказать, алмазник, не алмазник? О, подожди, нужно тотем взять, подожди, стой, не убивай меня, нужно отлететь, скушать яблочко, немножечко от них вот так вот застроиться и одного игрока запульнуть куда-нибудь далеко. Ну, ладно, далеко не получилось, так уж и быть. На мне надеты элитры, поэтому они проносят очень много мне хпшек, мы убили одного и теперь добьем сейчас еще второго алмазника. Все, мы еще и новый уровень получили. И у меня есть хорошие новости, я видел то, что мы выполнили одну ачивку и мы получили нагрудник Танатоса, вот то, что нужно. И теперь нужно еще забрать ту алмазку. Как бы это сделать? Все, я забрал все эти ресурсы, и давай быстренько телепортируемся к нам домой. И давай смотреть, что мы с тобой выбили. Целый алмазный сет, но у нас теперь еще запасные ботинки Танатоса, еще такие же, сеть Нептуна, чтобы ты понимал. Еще один тотем, куда мне столько тотемов? Давай его пока положим. Стрела призывает, это же просто имба! При попадании стрела призывает овечку, которая бежит к ближайшему игроку и взрывается, нанося огромный урон. Мы, короче, берем только ее пока что. И ты только взгляни на меня, я теперь полностью нахожусь в назаритовой броне, а именно в броне Танатоса. То есть меня убить будет достаточно теперь сложно. Ну хотя если будет какой-то топер, то я думаю, он нас быстро убьет. Вот это я
понимаю, защита 3, хорошие рисы, и где-то этот игрок находится здесь. Поэтому давай-ка мы его найдем, я этого даже трогать не хочу. Так, а куда он делся-то, этот чел? Подожди. Он же только что здесь был. Угу, ты хочешь все-таки со мной подраться, да? Ну, давай подеремся, у меня топорик снимает полбаллона тебе. Куда и зачем ты на меня напал? Мы сейчас потихонечку... Нужно переодеться вот так вот. Доплывем и добьем этого игрока, раз он очень сильно хотел с нами посражаться. Пару ударов остается, все, мы его с вами убили. Но я искал не этого игрока, здесь был какой-то жесткий алмазник. Куда же он подевался? Стоп, кажется, вижу алмазника. Отлично, погнали. Во, вот тебя-то я искал, отлично, выпиваем отвар Одиссея как можно быстрее. И нам нужно поменять наш нагрудник. Во, ты мне тотем снес за пару секунд, серьезно? Я даже на тудочку выбросил. Чего? Да стой, погоди. Вот теперь моя очередь наступила. А ну-ка, иди-ка сюда. Кто бы знал, то, что у меня за пару ударов снесет целый тотем. Меня еще в спину кто-то там бьет. Да не бейте вы меня. Хорошо, мы его с вами почти догнали. И нам нужно нанести ему хотя бы один удар. Все, хорошо, удар нанесен, супер. Бьем. А, ну, два удара и все, он умер. Но у него, видимо, был хороший меч какой-то. Дайте мои ресы. Отдайте, это мое, теперь все. И что же ты пытался унести? А, всю алмазку, я понял. Мне интересно посмотреть, что у него был за меч. Сколько он мне сердечек снимал. А что мне выкинуть-то? О, топорик выкинем. Нагрудник фигня, тут фигня. И меч на старту 2. Нифига. То есть со стартой 2 он мне снимал по 3 хп. Чего? Ну ладно, не суть. Мы его с вами убили. К сожалению, потеряли один тотем, но у нас таких тотемов еще дофига и целый инвентарь различных ресов, которые нужно срочно отнести к нам домой. Ага, меня тэпнуло вновь на эту же территорию. Выпиваем отвар цитринитаса и теперь бежим за этими игроками. Ведь там у нас бегает алмазник. Раз тычка, хорошо. Вторая тычка. Еще один алмазник бежит. Вот это вот хорошо. Два алмазника. То, что я искал как раз. Так, почти убили. Еще немножечко остается. 8 сердечек. Раз тычка. Вторая. Он что-то выпил. Он что-то выпил, но не суть важно. Мы его с вами проносим достаточно хорошо. У него хпшка не остается. И последний удар. Все, у него минус тотем. Хорошо. Из нами бежит еще один алмазник. Ну, его мы оставим на потом. Вначале с этим разберемся. Не-не, только не жемчуг. Не кидай, не надо. Жемчуг оставь, положи его. Еще один хороший удар. Второй минус тотем. Супер. И сколько тебя бить-то можно? Еще один удар. Давай, разлетайся. А чё, где ресы-то? Я не понял, стоять! Отдайте мне свои ресурсы, пожалуйста. Мне просто нужно все ресы ваши. А сколько мне убить-то? 6 хп? Чего? Как это вообще? А он же кинул жемчуг. Блин, у меня жемчуга-то нету. Хотя у меня есть другой. У меня есть вызвать дождь. Нафиг он мне нужен? Тот алмазник от нас успешно убежал, зато у нас остался еще вот этот алмазник. Раз тычка. Вторая мимо. Нам бы овечку просто призвать. На, лови овечку. А можно овечку? Да, а чё за бред? А где моя овечка? Овечка. О, хорошо. Несколько овечек, супер. Ну, я их сразу убили. Блин. Ладно, тогда просто с ним подеремся, почему бы и нет. И пока мы с ним так деремся, к нам, скорее всего, прибегут какие-нибудь супер игроки. То есть, к примеру, там Назаричик, либо еще кто-то. Поэтому мне очень выгодно с ним пока что сражаться. А у него хп вообще не осталось. То есть пару ударов еще. Все, мы убили с вами этого алмазника, но у нас есть проблема. К нам не прибежал ни один топовый игрок. Просто валяются алмазки, вообще все есть. Но нету топовых игроков. Что за дела вообще, не понимаю. У меня весь инвентарь забит различными донат-предметами. Просто взгляни на это. И куда мне это все девать? О, зато прибежал какой-то еще один алмазник. Вот это... Во, хорошо, как вас много плывет-то ко мне. Хорошо. Мы в одного попали и снесли ему полбаллона за удар. Чего? Выпиваем с вами отвар Одиссей. И в этот раз у меня есть меч. С мечом будет гораздо быстрее проносить всех. Но у них есть щит, к сожалению, который придется все-таки ломать. Но это очень хорошо, то, что их теперь двое. Я теперь буду наконец-то не один. Ребят, это вам овечка, подарок от меня на Новый год. Так что забирайте. Вот вам еще одна овечка. Давай, овечка, взорвись. Ну где же ты? Куда вы убежал? Я хочу их овечкой взорвать. Ой, овечка прибежала. Вот это опасно. Так, давай его к овечке, прям к овечке. Блин, взорвалась. Еще два алмазника бегут. Да ну нафиг. Во, вот это я хотел. Отлично. 4 алмазника на одном поле боя. Офигеть. А вы что, все в тиме, что ли? Да ну нет, только говорится, что вы все против меня теперь будете. Хорошо, ты посмотри, они пришли их теперь убивать. А что происходит вообще? У меня просто неимоверно много различных эффектов, и я их догнать не могу, потому что у меня и замедление было, и все. Вот теперь я гораздо быстрее бегаю и могу их с ними попехать. Но эти щиты, просто пока их пробьешь, господи, зачем вам эти щиты нужны? Выкиньте их куда-нибудь. Наносим удар, снимаем ему 4 сердечка, получается, за один удар. Нифига так хорошо. Мы уже так убьем, ребята, еще немного осталось. Все, хорошо, минус тотем ему снесли. Отлично. И у них есть эти жемчуги. К сожалению, если у них жемчуги, они от меня 100% смогут уйти, потому что у меня жемчугов нету, ребят. Жесть, а сколько тут алмазников? Подожди, уже 6 или мне кажется? Или у меня двоится в глазах, я не понимаю. Ну, как будто бы дофига алмазников, но смысла нету никакого, ведь мы пока не можем
можем убить никого. О, я хотя бы одного алмазника здесь убил. Боже, как же мы долго тут сражаемся, ребят, вы даже представить не можете. То есть мне даже по факту не нужны эти ресы, я пытаюсь хоть кого-нибудь убить, и в целом это моя главная задача. Но куда-то убежали от меня еще другие алмазники. А вот они нашлись, отлично, хорошо, вот это мне уже нравится. Я также получил еще смертоносные стрелы, и нужно их затестировать. О, одной попали, хорошо, он ничего не видит, ребят, это нереально жесткая стрела. И все, мы убили еще с вами одного алмазника, просто посмотри, что здесь вообще валяется, гидра, а, ну тут прям... Рез сами ко мне падают, хорошо, так мне нравится. И давай мы с тобой очистим немножечко наш эндер-сундук, то есть сбросим все ненужные ресы, а именно всякую фигню, и положим сюда самые крутые ресурсы, просто взгляни. Весь эндер-сундук, весь инвентарь, все забито в этом, офигеть. И не забудь убрать лайк и подписаться на колокольчик. С вами был Файнзи, снимал я этот ролик на сервере Арисмайн, присоединяйтесь, IP есть на экране в описании, и обязательно заглядывай в мой телеграм, там много важной информации. Всем пока!